Этот пирог на основе из рисовой муки и сырной начинкой никого не оставит равнодушным. Приступим. Это блюдо относится к грузинской кухне. Его особенность заключается в основе, которая делается из рисовой муки. Ее можно сделать и в домашних условиях, просто смолов чистый и просушенный рис. Только помол должен быть очень мелкий. Тесто должно быть по консистенции как на оладьи, так что может понадобиться либо вода, либо мюка. Если нет сулугуни, то возьмите любой другой твердый сыр, только при этом отрегулируйте соль по своему вкусу. Зелень можно взять на свой вкус, это может быть и укроп, и петрушка, и кинза, хотя в оригинале должен быть укроп. Также можете добавить специи, такие как паприка, перец. Приятного аппетита! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Смешайте муку, воду, растительное масло и соль. В отдельную миску натрите яйца, сулугуни, замороженное масло, нарежьте зелень, перемешайте. Смажьте форму маслом и переложите тесто, разровняйте, распределите наверх сырную массу. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Выпекайте в горячей духовке при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Готовый пирог подавайте теплым. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество. Далее. Мюка рисовая, 300 грамм. Сыр твердый, 350 грамм. Яйцо куриное, 3 штуки, вареные. Масло сливочное, 100 грамм. Вода, 170 миллилитров. Соль, по вкусу. Масло растительное, 1 столовая ложка. Зелень, 20 грамм. Количество порций, 6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Надеюсь на скорую встречу на канале.